Дорогой Никита Виноградов, показывай, что же там у тебя? Ты слышишь? Ты снимаешь, да? Да, я включила запись. Черт подери, я так нервничаю, интересно узнать сейчас. У меня ровно 60 баллов. Да? Да, у меня ровно 60 баллов, как ты говорила. Ору, блин! Вот, то есть я перешел порог, все классно. 42 первичных балла. Эксперимент! Удался! Ты прямо говорила, типа, на 60 баллов. Да, типа, на проходной. Ну вот чисто, типа, поступить в универ можно за подготовившись 3 часа. Класс! Какая ты крутая, Мария. Никита, ты крутой, блин. Все написал, ты умничка. Я думаю, я больше все-таки набрал, но это офигенно, я согласен. Слушай, давай объективно. О, минимальное количество тестовых баллов 32. А чтобы в универ поступить, нужно 55, да, или 60? Ну да, обычно так. 50-60 баллов проходной. Какая я Все, можешь поступать на дизайн. Ага, на платку, конечно. Сейчас я больше не буду платить за... Точнее, я за высшее образование точно в своей жизни не буду платить. Короче, в тесте у меня все правильно, кроме вот этого 4-2-3-2, где нужно было, да, какой Ренский, какой этот... Ага. Ну, это нормально, да. За пятое. Ага. За пятое. У тебя что-то не понравилось им в твоих тезисах, и что-то не так у тебя с речью было, где-то ошибка. О, щит. Ну, я там, да, может быть. Окей, давай ниже, шестое задание. Здесь им не понравилось что-то в сопоставлении. Ну, конечно, у тебя там текст привлекается, смотри. Ты вообще там, я вспоминала текст еле-еле, у тебя 3 балла из 4, ну супер, видишь. Вот. И им что-то не понравилось в сопоставлении, ну и опять с речью у тебя что-то. Что-то у тебя с речью, короче, у тебя снимают баллы по речи. Так. Снова сняли. Да, в 10-м задании тоже сняли по речи. Ага, но зато все остальное идеально, ты классно проанализировал стихотворение. Вообще, да. И в 11-м задании, так, текст не привлек, видимо, какой-то. Типа, у тебя прям вообще не хватает либо выбранного произведения, либо исходного. Ну, или, может, фактически ошибки у тебя. Может быть, ты цитаты приводил, у тебя там фактические ошибки. Ну, посмотрим еще. И опять логика и речь. Так, давай ниже, 12-й, мне интересно. В чем проблема? Три из трех? Как вообще? Ты же там просто вообще выдавливал. Капец. Короче, три из трех. Соединение речевых норм 2 из 3. Я не знаю, в чем проблема. В общем, меня просто задудосили на речевых нормах везде, на всех сочинениях. Если бы я в речевые нормы нормально попадал, вот, то я думаю, что было бы как раз 70. Почему-то я был в этом уверен. И орфография норм, пунктуация норм, грамматика класс. Ну, здорово, блин. Я вот переживала, что, может, с русским языком будет проблема. Но видишь, у тебя именно речевые ошибки. Но это нормально. Речевые ошибки, они исправляются только практикой, только если ты постоянно пишешь сочинения с преподавателем. Поэтому считаю, что вот у тебя как раз-таки те самые издержки. То есть у тебя издержка какая? Не всегда ты знаешь содержание произведения, и поэтому не дотягиваешь там по тезисам, по привлечению текста. У тебя нет практики, поэтому речевые ошибки. Ну и вот из-за содержания ты прокололся в одном тестовом задании. А все остальное можно вытянуть вот на 60 баллов. Кайф. Слушай, какая-то трешовая у них система переводов, потому что максимум 53 балла. Да. И 42. Да, вот. Из оставшихся 9, там 40 баллов. Ну, то есть, а как так? Вот серьезно, слушай. Это же ненормально. Да, это не норм. Нет, ну это, конечно, блин, я вообще офигенно рад, конечно, 60 баллов. Блин, это вот. Это знаешь, как типа, блин, я в жопе, Марина, спасай. У меня есть 3 часа на подготовку к ЕГЭ. Завтра он. И такая. Не вопрос. Я такой, я не знаю ничего абсолютно. Я отчеты читал в школе, но это было, блин, 4 года назад. Ты такая, не вопрос, работаем. Москва метрокотельники, работаем. Москва метрокотельники, работаем. Слушай, котельники недалеко от Люблино, так что... Да, я видел. У нас рабочая атмосфера. Да. Ну, прикинь, ты за 3 часа подготовил человека. Да, как классно.